Всем привет, с вами снова Лак и вторая игра сегодняшнего финала Виннеров. Команда CS Gaming и команда BMG. Сейчас ко мне присоединится на сокаст капитан команды Мека Мурен. Сейчас я ему наберу. Мы быстро видим. Пестилинса выбирает Guess Who, Гринекса. Выбирает капитан команды БМЖ. Анскин. Пока нет ответа от сокастера. Что могу сказать? Ну, отлично сыграли CS Gaming, показали свое лицо. Отлично огрызались, и все было замечательно. Все-таки игра с топ-1 командой. Так, как проходят пики? И Фузи будет фармить на Мунквине. Супер. Так, Кипер будет контрить Темпеста. В общем, сразу выбрали такую контру для Темпеста, чтобы он сильно не крутил, потому что болезненно в начале игры Темпест закручивал пацанов. Тот-то Мурен никак не может меня поддержать. Пока пропускаем фазу бана. Транкин Мастер, Варбист, Рэчет Хак, Бабблс. Небольшая неопределенность у нас сейчас с акастом. На ком же будет фармить у нас FF? Так. Думает пока капитан команды Cats Guess Who. Кого брать? Еще одного саппорта? Не, кого брать на хардлайн? Для Шулы и керри для FF. Puppet Master. Решили Puppet'а все-таки взять. И пока FF на дампире мы не увидели. Пока счет 1-0. ПМЖ выиграли первую игру.
Ну и пока размышляют. Кого же следующего пикать? Ну тут должен быть саппорт и мидер. Инженер. Ну, инженер хорошо себя показал. Отличный кеги и лодстоун. Лодстоун будет на харде стоять. Насколько показывает опыт, что мунквинка хорошо контролит лодстоуна. И следующим. Да, я так понимаю, сейчас будет для мунквинки какой-нибудь контроль. Нет, у нас есть уже инженер. Это будет мидер. Будет трайхардить еще девором. Да, это дева. Так. Ну посмотрим, что из этого получится. Видели мы дева от Супер КГЕ против команды СВАК. И пожелаем удачи нашим командам. Отлично. Потерятся наши друзья из-за Европы. И Легион ставит тактическую паузу. А, Квай отлетел. Ну, пока сделаем небольшую паузу. Порассуждаем уже о лайнах. А, торт с пестиленцем. Замечательно будут дамажить, но тут у нас, скорее всего, нет, будет дева с инженером. Будем смотреть еще раз про хуки. Так, и Ханскин пойдет, я так понимаю, в лес фармить. И Гринекс будет на сложенной. И Мунквин будет соло. У нас, ну тут по стандарту, Лодстоун пойдет наверх. Ну, как Шула уже говорил. Таких супер веселых экспериментов не будет. Будем играть по стандарту, по такому, которому умеем. И хорошо. Так и будет. Ко мне так и не присоединяется кастер. Камурена, капитан команды Мека. То он все задерживается. Да-да, привет. Здорово. Ну, рассказывай. Все очень плохо. Как вы умудрились проиграть? Ну, Blacksmith. Blacksmith? Да, ну и ближку в лесу, а так все нормально было. Все понятно. Ну, посмотрим, что у нас сейчас выйдет. Может быть, смотрел прошлую игру? Конец. Как коты играли у нас? Ну, играли неплохо. До фейлов. Ну да, играли достаточно агрессивно. И я даже начал верить в победу. Интересный лайк, конечно. Дэв инженер. Наш супер КГЕ. Понятно. Ну, они уже показали, что они умеют такие лайны стоять. Да. Сваги оценили, я бы так сказал. Не, ну супер КГЕ, там, конечно, хукает вообще, божественно. Топовый хукер. Уже заметил Шула, что они достаточно часто играют такими, как Дева, такими противными героями, Гаунтлет. Это оттуда слаги понабрались, походу. Так ты беспалево закурил.
Так. Ну, Ну они что? уже первую игру с... Ну, это... Блин. Вторая, правильно, игра? Да, вторая игра. У нас BO3, там получается победившая команда выходит в гранд-финал. И будем смотреть, кто там дальше проходит по сетке. Проигравшая Ну, команда. скорее всего, слаги ЖК выиграют. Да, я тоже так думаю. Ну, посмотрим. Сейчас Как в пос... чате писали, ставлю 0 долларов на слагов. Так, ну пока. Касвак ДЖК. Гоу ремейк вы запарили. Сваги проигрывает. Ты не хочешь вдвоем сокастить? Точнее, кастить вдвоем? Вдвоем веселей. Больше инфы. Ну, в принципе, да. Ну, я думаю, следующую игру. Допустим, смотри, ты куда-нибудь смотришь не в нужное место, да, где ничего не происходит, а второй чувак, допустим, раз рассказал все, как было. Да, Тут были сделаем собрать. так. Я буду водить курсором мышки, а вы будете общаться между Не, собой. ну просто, знаешь, ты смотришь мид, а остальные по другим лайнам. Будет много инфы. Но я думаю, мы так сделаем со следующей игры. Я за. Так. Потому что я один покастил, немножко это тяжеловато после такого количества игр. Не, ну трудно одного косить. Согласен. Рез заблокали. Прикольный варк, кстати, перед Конгером. А, еще можно ставить где-то чуть-чуть подальше от линии между двумя вот этими фонарями, я смотрел. Также СГ ставили такой вард, и он, Ну, вред наверное, отнимается. да, он его не особо контрят, и он краешком прямо видит руну. Ну, Гена должен знать такие варды все, наизусть. Гена должен знать все. Ну да. Если Гена не знает, то это печально. А как там команда Sweet Like Ice? Они уже все разбежались? Кого команда? Ну, Арчи Тайгера. А, они слили, что ли? Я просто не следил. Ну да. Они слили в проигравшей сетке с А, флагом. значит все, да. Ну там игра такая была очень веселая. Мы ее начали смотреть, а потом переключились Нашли на игру финал. повеселее. Так, что у нас по противостоянию? Тут, ну, пока по крип-контролю тащат коты. Да, Ну... лост он так, Мунквин. Подбешивает уже. Квин решила все-таки начать его дамажить. Начинаю. Ну, 2-4, 4 денаев, 5 денаев. А, что-то не получилось. Сильно. Шула разозлился. Ну, Дэлов сильно фармит. Не понравился ему Гринекс. И неудачный хук. Ну тут... Стой, стой без маны теперь. Ну, тут такие такой деф-фарт от Генчика. Все они видят. Не, ну правильно, может там дева будет шкериться где-нибудь. Так, тут у нас... ФФ букует на Гринекса. И так поддамаживает его. Ну там 4 крипа разница. Гринус уже проседает по хпшкам. Вообще, Дева себя так хорошо чувствует, постоял такой перед взором вышки. Инженер хосты законтроливает. Мунка пропушила свой лайн, три лучника. Хорошо так себя было Ну чувствует. Ну, главный экшен, я думаю, будет на миде и попали станом. да. А кипер, по ходу дела, хилки там закупал разным людям. Или нет? Какой-то он пустой вышел в лес. Не, кипер, может быть и хилки. Я уже второй раз вижу, как... Ну просто инженер пустой и кипер топор и все. Три монопота у него было, что ли? Инженер, я так понимаю, бустил пацанов, скорее всего. Ну вот есть ботл, Дуари. Ну, статистика ровная. Темпест с кипером идут в Ну одинаковом порядке. коты даже, ну, перефармливают Ну, да, чуть-чуть. пока по голде. На 300 голды Ну выигрывают. это темпест. Быстрее просто кипер фармит. Ну, по крипам... Крипам одинаково. Тут уже даже кипер перефармливает. Ну там просто вот
Сопливца было больше, походу. Скорее всего. Ну, самый экшен. Идем на миде. Ну да, отхупка. Ну, вряд ли Торт с поселенцем смогут забрать кого-то, потому что тут и сейвов очень много. Ой, отличная кега была только что. Инженера. И тут надо было, конечно, разворачиваться все-таки для пестилинца и дамажить дальше. Ну тут слили. Мид слит. Третья минута. Да, отличная кега от Снелкида. Просто убила она писта. К 400 подходит у нас пестилинц. Также все. FF напрягает Гринекса, дамажит его. Ну, Гринекс у нас с веточками, с ботлом. Пока все нормальненько, ну, так. Там все нормально, 18 крипов. Папе 19. Друг другу не уступают, в общем. Да, это точно. Гринекс получил изилайну. Промахивается станом торт. Ну, Гринекс, если чуть забустится, он, в принципе, соло торта заберет. Ой, торта. Папита. Там 700 хп не так уж много. Не, ну, если разводить Гринексом, там, прыгать, ну, да, прыгать туда-сюда, бегать вечно в инвизе, не давать расконтролиться. Еще тем более, когда Гринекс в ульте так очень сильно мансует. То да. То все будет отлично. Так, 32 крипа у Темпеста, 35 у Кипера. Ну да, соплистов все-таки было очень много. Темпес, кстати, не забирал еще соплистов, так что... Так что все, ну, впереди. Впереди на 5 крипов должен быть. Так, хотят убить Лодстона, походу. Но крипы мешаются. Интересно, хорошая ли эта идея? А, раскатывает ульту Шула. Сейчас еще даблкил сделает. Лол. Лол, а, кипер спрятал мунку как раз. Да, 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 я вижу. ГЖ. Нормально. Да, хотели загангать. Вот сон сам их заганил. Не, так бы мунки у нас сразу, конечно, отъехала. Но тут уже чувствуется. Ну как чувствуется? Это понятно, профессиональный скилл команды BMG. У меня, кстати, не лагает, потому что мне пишут, что мне типа фигово слышно. Нет. Лагает. Давай поднимем чуть-чуть войс. Вроде все должно быть нормально. Пойду я тоже что-нибудь подниму. А вот так не громко? А так, так громко. Я чуть-чуть опущу. Вот. Это, скорее всего, у меня. Вот да, да, скорее всего, у тебя было тихо, но я тебя слышу хорошо. У тебя, наверное, войс упал. Ну, я просто, наверное, в этом. Так, сейчас... Ты же громко кричал. Так, собирается убивать Гринекса. Или наоборот. Чё-то... Нет, сбрили Гринекса и в ответку, конечно. Разменялись. Вот такой размен. А, ну еще и крипы забрали. Товар. Более-менее так. Все равно коты пока лидируют по золоту. В любом случае, товар это хорошо. Так, и тут у нас Мунквинку убивает, торт. Торт с Лослоуном, ну вообще, отлично. Выиграл лайн Шула. Так, кипер. Кипер пока пассивничает. Что-то фармит, фармит. 44 крипа у Песта и 48 у кипера. Ну, кипер уже один раз вышел. Да, на один раз умер. Так, ПТ есть у Дева. И только к ПТ... 6 хп. Да. Ну и за таким толстеньким пацаном. Опять ловит мунку, ну. Ну. И попадает станом. И раскатывает ульту Шула. Я думаю, быстро они заберут. Бах. Отлично гномят Мунквинку. Не успевает никто. Тут уже инженер 6 левел. Бегает. Генчик долго ждал, когда он придет. Ну, ожидания оправданы. И пока 1,5К преимущество. Так. Нету прохука. Плутон. Разбили сразу вард, развардили.
Так, по ГПМу только у Дева есть 300 плюс, у котов 3 товарища. Он Дэва прикалывает, походу. Да-да, я тоже видел, что-то пытается отхукать. Ну тут видно, пес сам боится. Он смотри, посмотри, какой интересный вард поставил Снелкит. Там папец с Гринексом дерутся. Да, я вижу. И... И просветили его. Ну и сейчас убьют. Я думаю, тут можно. Да ладно, я хотел сказать, тут можно и ульту. Ну, тут Тут тоже Генчик. ничего. Тут Генчик. Забустился на варды. Отлично. Я бы даже сказал, Guess who у нас везде. Все издевается, Дэва. Но там была бы, наверное, паника. Ну, тут же ки проходит через энчентов. А тут торт его ждет. Спалят. Да, спалил. Потыкались друг друга. Не будет такого ганга жесткого. Ну, может, надо сразу унизить, а не так, как он. На FF пока забили. Ну, FF вообще разгонится, сразу шраут идет. Там, как и в тоже игре с европейцами. А, ну тут кипера спалили. Будет прохук? Не будет. Такие все по чуть-чуть фармят. Ну, хотя бы мизов забрали. Да, Мунквинка боится вылазить против 9-го Лодстоуна. Ну, тут вард стоит слева от Селкида. Так. Вторую часть покупает уже от Шрауда, Папет. И, наверное, должны начаться ганги, а не как у нас фарм-фарм. Да, но тут Гринексы особо такие не сидящие, они быстро начинают доминировать в карте. Ну, этот пока никуда не бегал. Ну да, тут Вот сейчас хотят его забрать с темпестом. тут Лодстоун. Убежал. А... А просветки нету. Но он еще и въехал. Деваур, оп-оп. Оп-оп. Ульта. Не, ну тут Гринекс. Да, в одного Дева. И тут сразу кукла и заберут еще и Дева. И не заберут, неужели? Нет, забрали. А Папет Шоу, он не заберет его. Да, тут снова Мунквину. Не, не Мунквину. Нет, не догонят. Тут. Со всех сторон файта. Да, тут еще заберут. Ну, забрали торта. Ну тут Лодстоун вообще просто на всех быкует. Все у него отлично. Он же Лусон. Следующий айтем, как думаешь, будет Кобол или ПК? ПК. Хотя он обычно хобл покупает. Ну, посмотрим. Ну, здесь, наверное, лучше ПК, потому что и шрауд будет на папете. Ну, можно очень хорошо въезжать сразу же и минусовать. Хорошо себя чувствует Лодстоун, вообще просто не уходит со своей лайны. О, Генчик нашел Лол. Гринекса. Ну там у него вообще Он на крипе поймал его. мало было хп. Мало хп, иди на базу, значит. Мало хп, иди в таверну. Ну или так, фаст ТП. Так, оттягивает крипов. Ну-ка. Ну, кстати, 7000 экспы немало. Ну да, и 3К голды. В прошлой игре, в принципе, почти то же самое было. Выигрывали, выигрывали и пару файтов перевернули всю игру. Ну, Мунку нормально загнобили. Она никак не может прийти в себя. 250 ГПМ. Так. Здесь у нас топ ГПМ это
Темпест. Ну, это есть хорошо. Та-да. Гринекс наконец-то приобрел свои госты. Я думаю, у нас снова тут пати выдвигается на Мунквину. А она сделала ТП, идут пушить пятером. Так, папет. Папету надо бежать. Если поймает папета, вот сейчас. Да, да, сейчас поймают папета, инженер. Ну там некому догонять его. Так он и сам его заберет. Тут надо попасть еще. Попадет. Не, да. Не попал. И съели папета. Тут... Недостаточное количество вардов. Да. Не один до... вардик бы туда, да, в лесок, он бы уже там не фармил. Ну там обычно один саппорт не успевает это все делать. Сейчас будет размениваться Т2 на Т1. Дева тут бегает туда-сюда. Тут без проблем забирают. Отыгрывают. Почти один кап преимущества по голде отыгрывают. Ну, по XP все так же. Стаки тоже, ну, не увидел, по ходу дела, можно было зафармить с ластоном. А мне кажется, увидел он пестик. Нет, пестик не бежит. То есть я тоже думаю, можно было бы зафармить. Ну да. Вот Леоны просто бегают по чужому лесу, фармят, все у них хорошо. Да, ПК на ластоуне и не готовый раут на папете. Хоть что-то радует. Да, это залог. Победе. Ну да, буст есть, надо реализовывать и пока на пестилинце. Вообще все замечательно. Ну вот сейчас агрессивные варды от Генчика. Надо ловить Муквину. И еще кого-нибудь. Ну тут видишь, никого не видно, и ПМЖ сразу сместились. Ну они то ли, ну, сами видят, никого на карте нет, значит где-то они на топе фармят, да, и сами не идут туда. Да точно. Ну сейчас смотрим. Дефвардики. Дефварды пошли. Ну сейчас. Опа, поймали. Отлично, отлично, все сделали коты. И минус дева. Паст минус 2. Сделали, забирая тауэр. Ой, и еще и кипера поймали. Не успели Леоны подготовиться к файту. Байбек от дева. Тут Гринекс заберет. Нет, не сможет забрать. Но кого у нас тут? Темпеста забирает. А Темпест еще и... Да, Темпест еще сварить успел. А теперь надо бежать. Шраут 2 секунды. Да, уйдет. Ага. А, и... Блин, ульту. Зафейлило. И нет ульты. Развели дева на байбек. Отлично. Ну, потеряли Темпеста. Темпест успел задефаться как-то ультой. Зато спас. Да, лучше продать Темпеста, чем Папетмастера. В этом я согласен. Ну, коты молодцы, быстро влетели, быстро двоих убили. И сейчас... И байбек потрачен. Да, сейчас MVP данной игры это Лодстоун. Ну и, конечно же, Гена. Он везде успевает, везде ходит. И еще трое, да? Да, и еще трое. И Папет, и Темпест. Паля от варды, собирается забирать Т1 на топе. Так, Гринок спалил вард. Буду дефать. Не успел Гринок спрыгнуть на торта. Ну, сейчас они хотели въехать 4 в 5. Ну, инженера... Нет, не будут инженера забирать. А, нет, 4 в 4, Темпестер свой лес фармил. Ну, все равно коты наращивают преимущество. Да, это правильно. Главное вовремя поймать тот момент, в который надо идти и уже и пушить. Тот момент наступает, когда ты забираешь Кенгора. Да. Не на той стороне они играют. Это да.
так бы уже забрали, я думаю. Но если бы им убить вот эту шайку из четырех пацанов, то тогда еще можно было бы забрать Кангора. Но сейчас будет труднее драться, потому что Монквин только что 11 апнула. Ну хотя ульты нету. Так, Один здесь смотри, по хук. барабану. О! Привет. И раскатывает ульту, и О! отличная дрель. И забирает. Так. Далеко остальные были. Забирает Дева. Тут сейчас еще и Мунку с Гринексом оформят. О, отличный баш. Все. Товарища Лежит забрали. только Гринекс. Да. Размен в 2 в 4. 12к экспы и 6-7 голды. Третья игра, походу. Да, нас ожидает третья игра. Надеюсь, что точно, да? Ну, почему бы и нет? Третья игра, это всегда интересно. Пацаны будут потеть за выход в финал. Чтобы было плюс один сразу к морали. Ну, сейчас вот скайп почитай. Кто там страшно что-то пишет? Как-то странно. Вот так вот. Да, у меня звук хона почти на нулю висит. Шляпа полная. Вот тебя реально плоховато видно, слышно по программе. Может, что-то у тебя какие-то настройки? У меня хон на минимум стоит. Все на сотню стоит. Ну, я Ну тогда... и в скайпе я больше чем уверен, ты меня нормально слышишь. Пофигу, тут файт на миде. Да, так, все, я его почти весь пропустил. Настройка копался. А, ну тут еще... А, Гринекс приняли. Ага. Давай, до свидания, торт. И темпер. О! Во-во-во, отлично, ульта. И... Просто топ-5. Просто вообще отлично. Проводят свой файт коты. Умирает инженер. Тут еще... О, Гринекс. Гринекса поймают. Да, поймают, конечно. Чуть-чуть папит не успел. Да. Ну, вообще красавчики. Вообще красавчики. И сделали минус 5. Блин, Барян жарит. Называется, пацаны, хотите, покажу, как крутить топ-1 из топ-1 интернешнл. Да. Так, ну что, сейчас мы потушим микрофоны и на минутку сделаем паузу. Посмотрим, что у нас с настройками. Оставайтесь с нами, и нас ожидает третья игра.